Приветствую, благодарю, Петр, всех приветствую. Я по вам всегда скучаю, мне очень нравится выходить сюда с вами общаться, вас видеть, ваши замечательные лица. Ирочка Романова, мне так всегда нравится, когда я тебя вижу, я так тебя чувствую, когда ты подтанцовываешь. И у меня то же самое в душе, когда мы ждем эфир, так танцевать хочется. Разият Нургалиева тоже, знаешь, я вот на тебя смотрю, и вот тоже у тебя беру какие-то подсказочки. И да, сегодня я второй чек в ассоциации. И не забывайте, я всего лишь здесь 2 месяца. А полных рабочих месяцев, да, Танечка Евгеньева, полных всего 1,5 месяца. И я вам хочу сказать, завтра у меня будет уже 5-й ранг. В субботу я его закрыла такие. И у меня осталось еще совсем пару недель, чтобы закрыть 6-й ранг. И я сейчас с вами поделюсь, как же я это делаю. Дорогие мои, ну, первое, да, что я хочу вот поблагодарить свою команду. Вот без моей команды меня чуть-чуть, а с друзьями меня много. И, конечно же, огромным вкладом, огромнейшим вкладом в меня, в мой успех является мой несравненный Дмитрий Гутов. Вы знаете, я такая немножечко, ну, по-хорошему бешеная, да? А вот Дима у меня, да, он мой наставник, он всегда такой спокойный, и вот этот вот баланс у нас в команде меня очень радует. Также я хочу поблагодарить в участии моей судьбы здесь, в Суперджамп, в росте моих рангов, это Эллу Коробейникову, она стала 3-м рангом. Она привела в команду величайшего супера врача, которая в академии какой-то там закончила. Ну, в общем, врач служил в Афганистане, представляете? И человек зашел сразу с суперлицензией. Вот такие люди к нам заходят, и это так сильно мотивирует, когда ты смотришь, что абсолютно грамотные люди, глубокие идут, важные, отважные, смелые, и это очень вдохновляет. Также я хочу поблагодарить Катарину Шумарину, молоденькая девочка. Вы знаете, у нее сейчас 2-й ранг, а она уже с сентября ушла с работы. Да? То есть она на очень хорошей должности, она сказала, нет, Валиса, я за тобой, мы Суперджамп. И вы знаете, ну как я не могу вот на этой трибуне отметить таких отважных и смелых людей, конечно же. И, конечно же, я хочу поблагодарить Татьяну Лысак. Вы понимаете, она пришла в Суперджамп с полной артиллерии, со своим мужем Федором Лысаком, который про-интеллект-тренер, и со своим старшим сыном, 16 лет, парень уже рвется в бой. Я говорю, подожди, Алекс, сейчас мы на немецком языке все устаканим, и он тоже про, и Танечка сейчас будет делать супер. Вы представляете, какая у меня замечательная команда. И, конечно же, я хочу поблагодарить Виталия Эдштейна, ну и всех остальных моих ребят, которых уже больше 100 в группе, но это вот самые такие яркие, самые заметные, и благодаря которым происходит мой рост. Также я желаю с этой трибуны внести огромную сказать об огромной благодарности ССЭК Шутковой и Надежде Ракиповой. Эти 2 человека явились для меня огромным вкладом в получение осознанности. Знаете, вот когда мы понимаем причинно-следственные связи, вы знаете, у нас многое отваливается, у нас отваливаются множество переживаний, ненужных совершенно переживаний. И вот эти люди просто тоже оказались огромным вкладом в меня здесь, на начальном этапе, да, то есть 2 месяца я в Суперджамп. И это просто гениально. И вы знаете, что мне помогает расти? Вот сначала я такая думала, надо обгонять, да, вот надо обгонять. Нет, не надо обгонять. У меня еще выше наставник, завтра придет мой 5-й ранг, и мы с ней сравнялись. И я сейчас Лариане говорю, Лариана, давай тебя 7-м делать, давай я тебе помогу 7-м стать. Мне даже не хочется никого обгонять. Знаете, куда надо смотреть? Вниз. Надо усиливать свои корни. Надо работать с командой. Надо смотреть, какой корешок, где слабенький, но дает хорошие надежды, дает потенциал. И вот я у Розалии Нургалиевой
Просто подсмотрела, как она сгоняла к передерей Марии. И теперь я Марию эту даже обогнать не могу. Мария как дала нам прошлый месяц? Да как дала? В 3 раза больше, чем я. Но я хоть на 4-м месте удержалась. И поэтому, Розия, ты огромная молодец, что тоже поехала, поднимаешь свою команду, и меня это радует. И, конечно же, мой глубоко уважаемый Расул, он вот сорвал мне просто мозг мой вынес, когда он сказал: «Не, ну, ребят, 20-й ранг – это всего лишь 36 суперов». Ну вот, Расул, дорогой, благодарю тебя. Это всего лишь 36 суперов. Я посмотрела, думаю, 36 суперов – да это, ну, 3 месяца работы, такой интенсивной. И по принципу Егора Белозерова, да, что я в армии. Вот, Егор, я не знаю, выйду, наверное, тебя найду на связь. Ты мне расскажи, как в армии, там вообще к маме отпускают, там отпуск дают. Потому что я работаю день и ночь, суббота, воскресенье, тоже грядки полю и думаю, так, надо позвонить туда, надо сходить туда. И, конечно же, вот что меня восхищает, что меня наполняет энергией, дает вот мне вот такой рост быстрый, да, что, ну, ребят, да, 5-й ранг завтра вот прям объявят, ну, это же круто, да. Знаете, вот смотрю на вас, и вы все мастера, и вы все наставники для меня. Разият наставник, Расул наставник, Егор наставник. А знаете, у кого я партнерскую программу поняла? У Наташи Ветровой. Я смотрела ее эфиры, и там благодаря Наташе во всем разобралась. И, конечно же, мне помогает мотивация моей души. Знаете, ребят, вот мотивация, вот душу мою мотивируют не деньги, нет. Душу мою мотивируют вот друзья, команда. И, знаете, вот для меня тоже, может быть, кому-то это будет подсказкой. Я не обгоняю своих наставников, как я уже сказала, я смотрю в корни, я смотрю, где усиливать, куда поехать, в какую командировку отправиться, с кем позвонить, с кем поговорить. Но вот, знаете, понимание, что интеллект-тренер все-таки не зануда. Вот где, возможно, кто-то из вас перепутал, что интеллект-тренер – это какой-то такой серьезный, напыщенный человек с задранным носом, он все знает. Нет, интеллект-тренер – это веселый человек, это друг, это соратник, это тот, кто может выслушать и честно сказать, где что не так. И вот меня это мотивирует. И, конечно же, мотивация души для меня – ранги. Как мне нравится! Это так весело делать ранги. – И, конечно же, мотивация души. Если вы перепутали, что мотивация души – это деньги, нет. Делайте акцент на ранге, а деньги будут вас преследовать. И вот когда вы это поймете, когда вы перестанете, когда у вас не будет желания кого-то обогнать, а наоборот усилить себя, корни, стройте, ребята, корни. И я уже смотрю, вот Петр появился, а значит, мне пора заканчивать. И до новых встреч, конечно же, я постоянно стараюсь участвовать во всех наших мероприятиях. Вот Роберта увидела, привет, дорогой, и тоже у тебя подсматриваю твои рилсы, думаю, о, Роберт, надо еще у него вот это посмотреть и тоже так сделать. Вы понимаете, сколько здесь у нас наставников? Каждый человек, кто что-то делает, это наставник. Подписывайтесь на нас, приходите к нам. Сегодня я тоже даю благотворительный семинар на тему «Валиса и суперджамп». Как поменялась моя жизнь, как поменялась моя судьба, как все поменялось. И вообще, вы знаете, последнее, Петр, сори, да? Вы знаете, в мою жизнь приходят люди. Я была мастер, да, я лектор, я педагог. Но я была такой борец одна, а сейчас люди. Я познакомилась с такими людьми, мы уже ездили к ним в гости, 4 дня замечательно провели время, ну, конечно, там были мастер-классы. И поэтому благодарю вас, что вы сюда приходите, что вы слушаете, и если я вам была полезна, поставьте мне сердечки, мне очень важно это знать, если я вам сегодня была полезна. Благодарю, родные сердца, благодарю вас за поддержку, и увидимся с